Всем привет, вы на канале Crypto Commons. И посмотрите, вот чуваки пытаются догнать нашу моторную лодку. Собственно, это чуваки олицетворяют трейдеров на бирже, если у вас депозит меньше, чем 1000 биткоинов. Ни хрена вы не догоните этот рынок. Но ладно, кстати, сейчас посмотрим, может быть и перегонят. На самом деле, я хотел сказать, что ни минута не уходит даром. Хочу сказать, что приходится трейдить даже вот с моторной лодки, понимаете, с обзорной экскурсией по речке Тигра. Которая, кстати, невероятно красивая, это речка Тигра. Сейчас я вам покажу ее еще раз. Посмотрите просто, вы понимаете, что эта река, она на самом деле разделяет Аргентину и Уругвай. И по ту сторону реки, там город, в который мы сейчас вернемся, а по другую сторону реки там джунгли, вообще дикие джунгли, в которых... Ну, в принципе, такие же дикие джунгли, как наш с вами крипторынок, ребята, в которых всякие там разные хищники водятся. Вот, давайте все-таки взглянем на Bybit и что у нас там происходит. Как мы видим с вами, что биткоин поджался таки к этому уровню и не хочет особо падать. И снова мы стучимся в уровень 21 тысячу, ребята, поэтому что я могу сказать? Я продолжаю держать оставшиеся части своих позиций. Как я вчера уже говорил, я закрыл примерно половину по битку и чуть меньше по альткоинам. Я думаю, что мы еще толком даже не начинали расти. Поэтому вот, как вы видите, у меня сейчас профит составляет практически x3, даже больше, чем x3 уже на Байбите. Но это потому, что я выводил. Я выводил прибыль, и я всегда вам говорю тоже, выводите прибыль, ребята, потому что иначе зачем это все? Иначе вы просто будете сидеть постоянно перед монитором, понимаете? А смысл в том, чтобы хотя бы сидеть перед монитором, но где-то еще, вот, путешествуя, или, я не знаю, там, обеспечив своих близких хотя бы элементарными какими-то штуками. В общем, обязательно не забывайте забирать прибыль, это то, о чем я вам всегда и говорю. Хотя немногие слышат. К сожалению, немногим вообще дано зарабатывать на рынке, не стройте иллюзий. Как бы, если вы идете на этот рынок, то понимаете, что в первую очередь готовы расстаться с деньгами. Так, а что касается BitGet, где у нас сейчас идет турнир, кстати, ссылка на который в описании, обязательно добавляйте наш турнир на бирже BitGet. У меня здесь тоже уже X3, ребята, если честно говоря, я вообще в это не верю, уже даже больше, чем X3, потому что было изначально 5000 долларов, сейчас 16, и я выводил уже несколько тысяч, короче, X4. Друзья, вот о чем я вам все это время и говорил, что долгу лонг побеждает. Обратите внимание, мы еще даже расти не начинали, и плечи не брали там больше десятых на самом экстриме, а уже несколько иксов срубили. Понимаете? Так что чего говорить, ребята, про биток? Он все еще стоит 20 тысяч, понимаете? Он даже еще не 25, блин, ну... В конце концов, вы должны сами это понимать и анализировать рынок. Если вы хотели купить битки по 48, вы должны их в два раза больше хотеть купить, и даже по 24 тысячи. Поэтому всем профитроли, хорошего настроения, иксов в карму и всего остального. Вот. А я с вами прощаюсь и до встречи в следующем видео. Пока. I ride the weaker and the wood.